Доброго времени суток, друзья. Сегодня немного расскажу вам о старых советских пяльцах. Вот нашел у себя такую коробку. Продавалась она по цене 2 рубля 30 копеек. Это сама коробка. А в середине находится круг. Вот такие пяльцы. Две иголки и куча разнообразных ниток. Разных цветов. Само слово пяльцы происходит от слово пялить, то есть натягивать, и пялить происходит от слова пяла, то есть рама. Пяльцы известны с давних времен, произошли они из Азии, потом попали к римлянам, грекам и расползлись по всему миру. Это круглые пяльцы, есть еще прямоугольные, такие как трапеции. Ну вот это пластмассовые пяльцы советских времен, небольшие, удобные. Раньше также делались они из дерева, даже из слоновой кости, но так, вот эти сделаны из пластмассы. Очень удобно вышивать ими. Тут все раскручиваем, закладываем материал, полотно, натягиваем и вышиваем. Если круг побольше, там хуже чуть-чуть вышивать, так как полотно сползает, а вот эти как раз компактные, то что нужно. В общем, все, что я хотел сказать. Всем спасибо за внимание, всем пока.